девочка, сегодня праздник. Это награждатели шахтеров. Окей, ответочка. Тамара. Советский. Хоп. Outside Jam 4. Спасибо участникам, немножко их тут отвлекся. Дайте, дайте, дайте шума! Это был полуфинал! Так, мне еще есть подарки там, для тех, кто громко поддерживает. Я их вот, я вас выберу и вам их подарю. Давайте поддерживать танцоров. Во! Отлично! Панкил, есть решение? Есть? Раз, два, три. Это микро тайм-брейк. Еще, да, по выходу? Камон, диджей, дай нам еще биточек. Еще по выходу. Финал попасть не просто так. Оу-оу-оу, сложный битло. Итак, а я сюда приглашаю финалистов.
Это молодость и словесность. По чесноку молодости первый начинаешь. Окей, давайте два раунда, да? Два раунда дадим им? Давайте вок и дэнс-холл. Есть у тебя там в запасе? Окей. Давайте поддержим финалистов. Поддержим финалистов. У нас есть там призы для наших финалистов. Портативные колонки, пауэрбанки. Вот. Сейчас последнее приготовление. Будет интересное музло. А следующая номинация, сразу стартуют джемы. Сразу джемы на номинацию Kill the Beat. Объясню, что такое Kill the Beat. Вот. Ну, если перевести на русский, то есть это убей бит. Неважно, что ты танцуешь и какая у тебя техника. То есть вы можете тоже выйти кто-нибудь. Вот. Если вы обладаете хорошим слухом, и обыграете ту музыку, которую вам поставит диджей, мы вас тоже отберем в батлы, и вы тоже посоревнуетесь за этот приз. Вот. То есть задача просто обыгрывать как можно больше звуков, которые поставит нам диджей Черепаха. Вот так вот. Ну что, есть там у нас? Погнали, это финал! Дайте шума, народ! Молодость! Панкила говорит, что он знает этот трек. Молодость, это в школе. Хаус. Why them sad? Them here you get burned, that's why them glad. Me, you are a
Позже наградим. А сейчас номинация Kill the Beat. Я прошу всех сюда, джем. Можно ворваться в танцпол, порвать всех и все. Да-да. Джемим, джемим, врываемся сюда, ребята. Если никто врываться не будет, мы закроем площадку и поедем домой. Потому что это все для вас и ради вас организовано. Привезли сюда специально вот площадочку, музыку, диджея, студию. Даже участников привезли из других городов. Я понимаю, что половина участников сейчас где-то на танках лазит. Ребята, подтягиваемся сюда! Также 8 человек мы отберем в номинацию Kill the Beat, поэтому те, кто вылетели с сетки в All Styles, вы можете вновь попасть в сетку Kill the Beat и порвать здесь всех, в том числе и бит. Выходы короткие, но очень мощные. И самое главное, под музыку вы можете делать все, что угодно, но лишь бы это было под музыку. Это 25 августа 2018 год в Тольятти, и мы на территории паркового комплекса Музея техники имени Сахарова. Вот как замечательно можно здесь проводить время. Такой танцевальный фестиваль. Первый раз собрал не так много зрителей, может быть, это первый раз. Yeah.
Дайте ей энергии. Она вам ее вернет вдвойне. Да-да-да, шумим, поджигая этого выхода, шумим. Аплодируем, кричим, топаем. Вот, Димой Грецкий вышел в танцпол, покажет, что он молодежные клипы смотрит. Там, где трясут ногой. Хе-хе-хе! Сочный песочек от черепахи! Я прям сам захотел ворваться. А мы идем дальше, друзья. Фестиваль Тольятти Рок и ради денег ждет нас здесь же недалеко. Под куполом желтым, вот там впереди, смотрите. Сейчас туда мы и отправимся. Следите за новостями, новыми событиями на моем канале, друзья. Подписывайтесь.